Дикобраз – это крупный грызун, второй по величине в фауне Старого Света после бобра и третий среди современных грызунов в мире. Вес упитанных самцов достигает 27 килограммов, хотя обычно гораздо меньше – 8-12 килограммов. Толстое коренастое тело покрыто густо сидящими короткими и длинными иглами. Ноги дикобраза короткие и неуклюжие. Двигается дикобраз медленно, в перевалку, хотя при преследовании может переходить на тяжелый бег. Естественных врагов у дикобраза немного. Иглы дают ему прекрасную защиту даже от тигра и леопарда. Зверь, напоровшийся на дикобраза и получивший в морду и лапы несколько десятков игл, не может их вытащить и становится инвалидом, неспособным охотиться на свою обычную добычу.